Между тем, ливневые дожди вызвали масштабное наводнение в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Уничтожены посевы, разрушены дороги. Из города Форбс эвакуированы свыше 1000 человек. По данным властей, уровень воды в некоторых районах юго-восточного региона страны превысил отметку 10 метров. Сейчас дожди ослабли, вода начала отступать. Однако многие жители все еще не могут вернуться в свои дома и оценить нанесенный ущерб. Самые смелые добираются к нужным местам на лодках. По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни ливни возобновятся.